40-летняя Кортни Кардашьян вместе с младшей сестрой готовились организовать вечеринку для своих детей в особняке звезды в Лос-Анджелесе. Однако у американок возникли серьезные разногласия по поводу того, какие сладости нужно подавать на праздничный стол. 39-летняя Ким Кардашьян, Ким Кардашьян, решила провести тематическое мероприятие для своих детей, 6-летней дочери Норт, 3-летнего сына Сейнта, годовалой наследницы Чикаго и 5-месячного сына Псалома. Участниками вечеринки должны были стать и наследники Кортни, 7-летняя Пенелопа и 4-летний Рейн. Планировалось, что праздник пройдет в стиле Кэндиленд – конфетная страна. Это значит, что на столе обязательно должны присутствовать сладости. Дети любят шоколад и вкусные печенья, вафли и крем-безе, отметила Ким. Своими идеями участница реалити-шоу поделилась со старшей сестрой. Однако Кортни Кардашьян возмутили план Ким. Она высказалась против обычных сладостей на столе. Старшая из знаменитых сестер уверена, что они могут нанести вред детскому здоровью. Ты серьезно хочешь дать им конфеты с пищевыми красителями и переизбытком сахара в составе? Это нереально плохо скажется на малышах. Никакого глютена, эмоционально обратилась Кортни к сестре. Между звездами разгорелся серьезный спор. Кортни пыталась доказать, что нездоровые сладости ни к чему хорошему не приведут. Ким настаивала на своем. У нее странное видение этого праздника. Ни сахара, ни конфет, ничего. Где тут нормальное детство? Возмутилась она. Многодетная мать не сдавалась и в итоге обвинила Кортни в лицемерии. Еле ты такая правильная, почему у твоей машины кожаные сиденья, почему ты носишь пластиковые очки? Цитирует слова американки Daily Mail. Напряженную ситуацию разрешило вмешательство матери звездного семейства. Крис Дженнер разняла дочерей и отметила, что планирование праздника стоит пока отложить. Недавно Кортни удивила поклонников преображением. Она надела платье на бретельках, повторив образ Арианы Гранде. Кортни Кардашьян рассказала, что стала жертвой коварной няни своих детей. Брюнетка позировала в соблазнительном бикини.